Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Мы проснулись, улыбнулись, вышли кормить собачек. Вчера был охуенный стрим. Со всей силы жми. Надонатили мне больше, чем вчера. Деньги все уже потратил. Заказал новую партию футболок. Черт. Новая партия футболочек. Черт. Хочешь склеить телочку? Закажи футболочку. Футболка унисекс, оверсайз. Принт выполнен с фосфора. Даже ночью любая телочка увидит тебя за километр. Хочешь купить? Пиши в шоп Мартыненко в Инстаграм. Количество ограничено. Разыграть 4 лотереи успели. 4 подарка, суперприза. Вот у меня в портфеле, буду отправлять людям. Заказал еще много разных всяких призов для лотереи. А, блядь, вчера мы нашли собачат, сегодня пришли их кормить. На улице дождь, вот сейчас зашел в этот будивальник. Хочу купить клеенку и накрыть собачат сверху их халабуду клеенкой, чтобы они не промокали. Для этого нам нужно 2 метра клеенки. Это же, да? Да-да-да. Котик. Набрали кучу много корма. Вот, но тут лучше самому, лучше тут не шляться. Загадочное место. Да, место загадочное, бомжей тут очень много. О, свои, свои. Мамка, привет. Так, а что, они в хатке не сидят? Ну что ты, что ты? Мы с сосисками. А они там привыкли. Смотри, без матраса сидят там. Может вернуть обратно? Что ты боишься? Я боюсь собак, в принципе. Идите сюда. Бегом. Давайте. Привет. Сюда. Идите сюда. Зовите этого малого. Он что-то не в настроении сидит. Кусать будем. Кто кусает, кто какает, кому что. Бегом. Это понятно, что мама, а это что, папа? Иди ешь. Стрим основного. Написюхал и побежал. На, сосиска вкуснее. Поэтому. Так быстро? А, ой, серьезно, она прям проглатывает и не жует. Там яма двухметровая, они падают. Ты заметил, когда мы начинаем какую-то инициативу проявлять, это как-то заканчивается не очень. Халабуду построил, а они там не живут. Живут там же, где и были, только без матраса. Типа. Потому что их здесь видно, а там не видно. Понимаешь? Они прячутся. Там и бомжатни, тут типа нет. Ну, у них же какие-то инстинкты, наверное, срабатывают. Да, но там просто яма глубокая, двухметровая, и они падают. Что это за пакет? Да, привет. О, спасибо. О. Просто. Опа, смотри, кто здесь? Халабуда шикарная просто, люксовая. Кто здесь? Кто это такой? Привет. Боже, какой ты красивый. Да. Привет, спасибо, я теперь такая чистая. Садись кушать. Боже, ты ж нравится по моим кроссовкам топтаться? Ай, ты меня кусаешь? Да. Это все? О, нет, вон там еще один, я вижу. Пошли. Давай. Мамка, живите, я вам дом построил. Будем приносить еду им теперь под этот дом, чтобы они там и жили. Потому что там глубокая яма, и они постоянно туда падают. Я уже доставал их оттуда, и девушка какая-то тоже. Реально 2 метра лететь. Мусор, стекла, камни такое. Вот, они здесь раньше жили, вот просто здесь. Все, малые, прощаемся. Я скоро вернусь. Если вы знаете, где это место находится, халабуда у них там, приносите еду им именно туда, чтобы они туда переместились, потому что там яма. Замаливай, там и гаражи. Короче, кто знает, тот поймет. Кто отсюда, вы точно узнаете, где это.
А вот там Мальва, вот садик, а там 10-я школа. Вот они там, вон, бегают. Отправляем призы, лотерейные призы. Идем к бабушке с дедом в гости. Взяли пиво, взяли леща, мороженого. Сыр, колбаса. Вот это? Нана только что скинула новость какую-то, типа, что девушки создали петиции. Чтобы иметь двух мужей сразу, да, чтобы официально. Чтобы женщины могли официально выйти замуж несколько раз, то есть, типа, иметь нескольких мужей. Не мужики могут пару раз выходить, жениться, а наоборот. Интересно. То есть, а помимо этого можно еще и любовника иметь. То есть, у меня есть два мужа и любовник. С бабушкой, с дедом уже пьяные. Пьяные были на празднике. Да, мы там на... А в моем закрытом премиум телеграм-канале появились новые фоточки и видео. Только для взрослых. Ссылка в описании. И танцую один, остальные стесняются. Девушки, слушайте, не нужно стесняться, зайдите ко мне. День следующего дня, снова после стрима, снова мне плохо, бухой еще немножечко. Мы вернулись к нашим собачатам, они нас уже встречают. Вот. Мы сегодня третий день, как к ним уже приходим, и они наконец-то живут в Халабуре. Класс, мы так этого хотели. Вчера Андрей прям настойчиво всех туда перенес. Вы посмотрите на это. Они нас встречают, как Василий встречал Сансару. Все, всех накормили. Увидимся завтра. Возможно, кто-то одного забрал. Четвертый день. Мы ходим к собачатам, и теперь у них там какая-то еще черная кыцка завелась. Они все спят. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу корыто взять, они спят. Проснулся. Опа, проснулся. Красавчик, да? Это Нанка. Ну вот что ты наделала? Ну? Что, она шпотничала и ушла? Всем привет! С добрым утром! Мы меняем постели, потому что обнаружили на себе блохи. Не вши, а блохи. Я еще вчера перед сном... Нет, я еще тогда, когда мы кормили крайний раз собачат позавчера. Они что, возле нас стерлись. Я смотрю, у меня кеды в какой-то машкаре. Ну, какая-то тля, возможно. Либо, типа, что-то типа того. Я его, типа, то ли в муравейнике вступил. Ну, непонятно было. Типа, что такое, короче. Я его струшиваю так... А там, ну, прям было... Ну, прям реально очень много. Будто взяли жменю черного перца и вот так херанули. Ну, типа, настолько много. Прям целое жменя. Я обтрушивал, оно мне залезало куда-то в кеды вовнутрь, под носки, типа, вот я его так сделал. Типа, и пошли мы дальше. Обтрусил ногами. И что? Вчера перед сном что-то по мне ползает, и думал, ну, какая-то мошка может быть. Я ее так пальцем, типа, прибил и, типа, ну, прибил мошку. Смотрю на нее, она не прибилась, она отпрыгнула. Думаю, вот это пиздец, и забыл уже об этом. Потом сегодня проснулся, думаю, блядь, что-то опять какая-то хуйня.
То есть оно не чешется, не кусается. Ты просто чувствуешь, что по тебе что-то ползет. И щекотно. Я смотрю на ногу, а у меня там 4 штучки такие. 4 точечки. Я думаю, ну, блядь, ну не может же это быть блохи. Давлю, раздавливаю. Я знаю, что блоху невозможно раздавить. Я ее придавил. Открываю руку. Она опять отпрыгнула. Я быстро побежал в ванную. Душем смыл, обмыл, раздавил все-таки одну, присмотрелся, действительно такое туловище и лапки торчат такие. Поэтому меняем вот постели, переживаем за нашего хомячка, потому что нам-то все равно, людей они не беспокоят особо, а вот хомячка будут грызть. Вот, поменяли сейчас постели, сейчас хотим снова пойти покормить собачат, но только аккуратно, чтобы без всяких блох. Хомяк, кстати, вон реально он с ума сходит, посмотри, как он грызет эту бумагу, почему? Ты сама говорила, что он так раньше не делал. Последних несколько дней, как мы ходим к собачатам. Вот, не было у нас проблем. А сегодня выпускаю клип и сегодня запускаю стрим. Я вот встретил женщину на улице такую странную. А... Женщина, здравствуйте. А можно узнать, как ваши дела? У вас такой наряд красивый, я решил к вам подойти. Спасибо. Вы хотите целоваться? Да, пошли. Я с девушкой, к сожалению. Я не могу целоваться. $20 Дам. Сейчас даю. Красивый наряд, а чем? Ну, симпатично, мне понравилось. 20 нема, даю 100. Все. Все, до свидания. До свидания. Держись, чтобы не свалилось. Да, пожалуйста. Красиво дуже. Ну все, до свидания. Счастливенько. В разных тапках. Она мне напомнила с американской истории, с последней, там, где вот эти молочницы. У нее такой перегарище, как у меня сегодня будет после стрима. Я к ее сиське прикоснулся, я не хотел. Я типа ее отталкиваю, она говорит, давай я тебя целовать сейчас буду и все остальное. Давай мне ручку, что ты прячешься? Я не украшена, пожалуйста. Она, кстати, разукрашена. У нее на лбу синяк, на сиське где-то синяк. Она просто рубашкой обвязалась. У нее два разных тапка. Блин, надо было номерочек у нее взять. Короче, я найду еще ее. Постараюсь ее найти. У нас 5-я вылазка с собачатом. Понабирались блох, поэтому взяли в этот раз еду, которую мы быстренько высыпем и уйдем, чтобы на нас блохи не напрыгали. А это что за пакеты? А это пакеты у нас стрим будет. Там еда и бухло. Пойдем. У нас с тобой день сурка. Взяли мы куриные сердечки для мамы и творожок для малых. Даже. Там бутылки. Вкусно? Такой прям как в вареничках. Давай по-быстрому. Опа, мамка. Опа, Марка, привет. Где? Так, а меня нет. Сердечки, это тебе. Привет, солнышко. Привет, мой хороший. Кто знает это место, пожалуйста, приходите, кормите малых и вообще забирайте их к себе, если есть возможность. Они реально очень классные. Я обнаружил, что происходит какая-то хуйня полная. Что в Инстаграм, что на Ютубе. Подписчиков до хера, а актива ни хера. У меня 400к подписчиков в Инсте, а лайки, ну, блядь, лайков практически нет. Будто бы люди не видят мои посты. На Ютубе почти 2 миллиона подписчиков, а люди смотрят лишь 1%, то есть 20 тысяч просмотров. Я уже давно этот сделал вывод и понимаю его сейчас, но не понимаю, почему, сука, у многих так. Я хочу как-то развиваться, как-то идти, блядь, куда-то вперед, а не, блядь, катиться, блядь, куда-то в пизду. Многим из вас не пришло уведомление. То есть вы и так избранные, что вы зашли, посмотрели. Так еще и многим из вас не пришло уведомление. Поэтому хочу попросить вас, сука, настоятельно. Не потому, что мне это надо, а потому что, сука, что были, блядь, качественные подписчики и зрители. Хочу попросить вас нажать колокольчик, сука.
под моим каналом, блядь. Чтобы, сука, ебучие уведомления наконец-то начали работать. А то, сука, нихуя не работает. Чтоб, сука, все работало, хочу. Вы — это 1% моей аудитории. И даже вам, сука, даже 1% не всем пришло уведомление. Блядь, непонятно, что это. Это какой-то теневой бан, блядь, или что это за хуйня? Не может, сука, быть, что 1% смотрит. Ну, не бывает, блядь, так. Ну, сука, да даже 10 это мало. Тем более, сейчас вот заходишь на YouTube, нажимаешь подписки, нихуя никто ничего не снимает, нечего смотреть. Ну, не бывает так, ну, блядь, просто, сука, невозможно. Ну, ладно, блядь, скатился бы нахуй просто, смотрело бы хотя бы 30%. 30% это, сука... Сейчас, блядь, где тут калькулятор этот? Берем 1 700 000, еще один нолик. Делим на 100, умножаем на 30. Сука, если бы скатился нахуй в пизду и смотрело бы лишь 30% подписчиков, сука, было бы 500 000 на каждом видосе. Сука, 500 000, блядь. А даже 50 000 нет. Я в ахуе. Колокольчики жмите, пожалуйста. За проезд передаем, блядь. Гражданочка, блядь, в серой кофточке, блядь, что ты там сидишь? За проезд, блядь, или выходи нахуй. Вот, и Нана говорит, что на будущей девушке есть подписчики, а толку нихуя нет никакого. Я смотрел влоги Шапика, который тоже говорит, что у него тоже такая же хуйня, ну толку никакого. То есть есть подписчики, а, блядь, и все. Они просто есть. И также у остальных. Они просто есть, ты заходишь на страницу, листаешь посты, а лайков там ну вообще нихуя нет. И также с видосами многих ютуберов. Все, хуярьте колокольчики, потому что я ебал, блядь, в этой колокольне без колокольчиков сидеть, блядь. Все, увидимся, я надеюсь, очень скоро. Вы узнаете, если нажмете колокольчик. Все, блядь. Бейте в колокола, блядь. И вообще, я записал клип «Милешечка, прости». Да, было там ограничение 18+, и все остальное. Я написал в ютубовскую прокуратуру. Пишу, ребят. Добрый вечер. Вы знаете, кто я такой? Вы знаете, кто она такая? Быстро поснимали все запреты, блядь, и чтобы я больше вам не звонил. Поснимали все запреты, так что теперь каждый из вас может перейти и посмотреть мой клип. Ссылку я оставляю в описании. Также в инстаграме загрузил эротическую фоточку с моей новой подругой. Перейди туда и напиши, что ты об этом думаешь. Сука, обязательно, каждое, сука, мнение. Я раньше вообще не воспринимал и не реагировал на чужое мнение. А сейчас, сука, мне нужно каждое ваше, сука, мнение. А теперь перейдите в описание, зайдите на эту фотку и напишите. Подходим ли мы как друзья, смотримся ли мы как пара. И хотели бы вы, чтобы мы больше проводили вместе времени с моей новой подружкой. Все ссылки в описании, все.